Не, ну как бы привет. Я надеюсь, вы поставили колокольчик, лайк, подписку и все в этом роде. Ведь я постарался и сделал просто нереальную пушку. Такого контента на моем канале точно не было, и это я вам гарантирую. И надеюсь, мы с вами будем держать планку и наберем 20к чизеров. Реально, это моя просьба. Это был бы лучший для меня подарок. Все, всех люблю, участвуйте в розыгрышах в ВК. Кстати, в ВК я добавляю всех. И на моей страничке в ВК постоянно проходят розыгрыши на топовые скинчики. Заходите, всех жду и всем удачи. Ну и приятного вам просмотра. Хайп-вайп. О, грибочки. О, no, I'm just friendly man. Why you killed my friend? I'm friendly. Йоник. Отдай мне свою черепуху, братец. А, it's you again! Mortal Kombat! О, подарки, блин, я походу зря его убил. Сейчас было бы 4 подарка. Пайп! Найс! Ух ты, что это за дом? Туда можно пристроиться, и оттуда можно выпрыгнуть, по идее. Походу, тут уже побывали все, кому не лень. По-любому же там ничего нет. I think it's a bad idea, my friend. Why are you running? О, Пуки Бирмен! Пуки Бирмен! О, no! Hello? Are you русский? Посмотрись. Пойдем пытаться. Какой пикап? Спик Раша, my friend. О, он допрыгнул. Go jump. You are dead? Пикап не подлез, бро. О, найс! I pick you up. Найс! Хорош! Так, только давай договоримся, мы друг друга не убиваем. Ну слушай, тут кое-что есть, может топорики взять, кирочки. Пуки Бир, ты будешь меня сейчас хилить. Недолго думая, я отправился в центр карты. И по пути подфермил скраб, чтобы купить гантрап. Так, сколько стоит гантрап? И у меня остается как раз, чтобы его изучить. Гантрап есть. Дверь. Замок. План постройки. Why you killed naked, man? Ого, он насобирал подарков. Ну 60 МВК, ну... Чего? Тут есть Томпсон. О, но! I'm very friendly. Я могу дать тебе кэнди пососать, братик.
Хочешь кэнди пососать? А! Вылезти с этой территории я не мог, поэтому я предпринял решение выкинуть Томпсон в щель. Пойду-ка я посмотрю, что там за замесы. Может быть, мне что-то перепадет. И перепало мне только по шее. Но у меня был план. Так это их дом получается. А нет, это не их дом, они дальше идут. А вот это, скорее всего, их дом. Угу. Ты знал, что я тут, да? Построился я в нужном месте. Эта клонина выселяла всех соседей. И притом она еще убивала меня, и я понял, кого я буду доставать. Ой, подождите, я сказал я? Точнее, мы будем доставать. И вот спорим, вы не угадаете, кто со мной будет играть. У вас есть 5 секунд на размышление. До того, как вы услышите голос. Алло. Алло. Я нашел контент. И можно сидеть с двухами. Какой? О, нифига, он жесткий, подожди. О! Он какой-то киберспортсмен. Да-да-да, вам не послышалось, это тот самый Дайс. Ну, я зашел. Угу, ник у тебя тот же? Я тебя сейчас спавку дам. Без КД? Спавнусь. КД нет. Заебись! Я в первых 5 минутах не хотел матом. Что это за пиздец? Твоя ловушка работает, поздравляю. Вот в чем твой план был. Минус 2. Так, смотри, что мы можем теперь сделать. Мы можем посидеть под хатой у тех типов. Плюс помп. Берданка. У меня тут война лютая. Плюс калаш. Я калаш выбил. Осталось только донести. Ко мне беги. Мы можем их попробовать поубивать теперь, слышишь? Мы можем у них перед ними, короче, вышку отстроить, слышишь, перед выходом. И просто убивать их с хаты, понял? Ничего не теряя, сейвить это все. Они вышли опять, да, по-моему? Я не знаю. Наверное. Они вот в этой скале живут, как я понял. Тебе есть что скинуть, не? Да, есть пайпуха. Верданка сломана. Вон бежит, чел, двое. Я вижу. Минус один. Я попробую подойти. Один под камнем. Металл камень. Близко. Ты его убил. Лутай дальнего. Нет, лутай дальнего. Дальнего. Просто лутай дальнего и все. И из дома выходит. Убил? Верно. Да. Я попытаюсь отойти. Я голый. Убил сверху ЛР-ку. Иди лутай наверху. Я попробую. Выходит откуда-то, снизу выходит, по-моему. Убил. Вижу, хила много. Дай похились, подожди. ЛРК должна валяться внизу где-то под ним. ЛРК с 4х? Да. Пушка. ЛРК починить надо, она почти сломана в говно. Все, давай дом расширим. Вот. Контент. А ты боялся. Давай дом сейчас быстро расширим наш. Вижу его.
Минус. Хорош. Убил. Сейчас, вот здесь кого-то нужно лутать? Калаш нашел. Такой геймплей меня устраивает. Какие-то шаги. Два типа. Залутанные? Нас палили. Минус один. Минус два. Все, пиздец. Они шли на перераб. Я уверен. Они шли на перераб, чувак. А мне нравится наш дом. Уже. Подарок недалеко скинули. Понял. Забиваем на дом, ебать. Не слышишь никого? Нет, не слышу никого. Давай. Тут бомж был. Чувак, это много. Сочненько, сочненько, хорошо. Давай выбьем камень быстро весь. Давай, тимплей активируй. Нам все нужно, нам все нужно. Давай, ты светишь, я бью, у меня кирка. Отличная работа, Олег. Там еще ниже камень. Нам 1005 камней, в принципе, уже хватит. Сейчас быстро идем, челиков там зачищаем. Идем домой и все опять улучшаем. Да, деревянные двери, у нас бы, типа железо бы накидывают. Да. Мы можем, слушай, даже не спускаться в тоннели и подождать их сверху. Да, я бы так и сделал. Там же один выход. Два или три. Три выхода. Слышишь, шаги по металлу, это означает, они идут по лестнице. Они идут у меня по металлу. Двое, по-моему. Поднимаются. Готовься. Да, сейчас будут подниматься. Давай первого выпустим сначала. Давай, давай, давай. Первый вылезает. Первый вылезает, первый вылез. Вылез. Второй вылез. Минус один. Минус два. Минус второй. Возможно, есть третий. Больше никого, 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 не-не-не, больше никого нет. ЛР-ка. Очень много ресурсов, сопля, очень, двери. Очень много, у него топ-сет. Еще один. Там, убил? Там... Я умер, я умер, я упал. Убил его. Хорош, я жив. Поднял. Будь готов, спереди, спереди. Я хилюсь, подожди. Я хилюсь. 30 кп. Прям наверху. Убил. Убили, хорошо. Просто ноль места. Клановые игроки, а.к.а. наши соседи, знали, где мы живем, и поэтому мы приняли решение переехать в другой домик. Я 100% гарантию даю, что они уже крафтят на нас ракеты. Да, я не сомневаюсь, я думаю, у них все готово уже. Сейчас мы кибитку ту заберем, чисто поставим. Я шкаф скрафтил? Нет. Ну, это такой себе дом, но пока пойдет, я думаю. Шкаф есть. Дерево кинь в печь, железо будет. Надо подфермить. Так, мне нужно сюда закинуть. Пускай плавится. Сейчас пойдем переносить дальше. Пускай меня. Во, у нас здесь зима, погнали. Вот тут камень есть и все остальное. Сера нам вообще не нужна, сейчас я понял так. Да. Идем. Мы решили перенести все основные ресурсы с того домика в новый и планировали тот домик хорошенечко укрепить. Ой, я сомневаюсь, что это будет удобный дом. Слушай, мне кажется, я отстроил шедевр. У нас типы! Нас рейдить пришли. Я упал. Нам дверь, они вычислили наш дом? Да. Вот говномеса. Тихо-тихо, ты не умирай пока. Я вижу их, да. Ебать. А сколько их? Их трое.
Я тебя жду или я их убиваю? Трай, сейчас подожди. Вначале взрывается, и мы убиваем вдвоем их. У меня залагало, все, я умер. Что ты имеешь в виду? Ясно, чтобы не погасло. Да. Минус один, full dead. Второй full dead. Мы мертвы. Минус хата. Так а ты убил двоих, нет? Да, их еще два. Для нас осталось загадкой, как они нашли кибитку, в которую мы перетащили все ресурсы, ведь мы ее не полили. И у нас в доме в принципе вообще ничего не осталось. Но мы не отчаивались. Ведь если ты забайтил клан один раз на рейд, то его можно забайтить и второй раз. Че, мы вылетаем на плюс ноге? Их очень много вышло. The big problem. Ну ничего, у нас еще один домик остался. Сейчас мы с вами поиграем. Четыре, три, пять, девять. Мы с ним объединились, с этим типом. Не убивай его, он наш друг теперь. Там турель, не? Mm-mm. Так там турель. Нет, нет. Там нет турели. Его разъебали. Это наш друг. Я ему хитнул. Я крокодил, крокожу. И буду крокодить. Я крокодил, крокожу. Оно в джаггере вышло. Ну, так. Оно в джаггере, его не победить, блядь. Давай, чуть ближе туда подойди. Тебя, по идее, не должно дамажить. Чувак! Я вижу, у тебя берета появилась. Слушай, это было не зря. Мы решили немножечко отстать от наших соседей, чтобы выбить побольше пушек и снова к ним пристать. Вижу его, да, видел. Он у меня. По тебе сейчас. Я его убил. По мне со хорошо, спины стреляют. Я убью его, убью лука. Так, нормально. Смотри, у нас уже скраб есть, у нас металл есть. Мы не бомжи. Он по бичу стреляет, он с глушителем, слышишь? Давай хоть с разных сторон вот этого камня. Он умер. СМГ-ха у него. Вижу, где взрывали. Там внутри тип должен быть. Нету? Тут ничего нет. Ты прыгнул? Вон он там внизу, я не знаю, он это или не он. Я его убил. Хорош. Да, здесь очень много камня. Но там, по-моему, еще один был. Потихоньку мы забивали ресурсы ящиками и обустраивали наш домик. Камня сейчас много уйдет. Большая печь есть. Можем туда переехать, серьезно. Ладно, похер. Пусть у нас печка будет открыта, но... Она будет. Короче, я ставлю печь, наверное. Да похер. О, куда надо? Хороший выход, слушай. Здорово. Да куда они все летают, слушай? Это опять те же челики. Слушай, ну неплохо получается у нас, типа, рейдить. Смотри, мы в топ-сетах с чирками дома выносим. Ты понимаешь, что это контент? Результат. Это развитие. О, привет. Было уже поздно, но никогда не поздно поднагадить нашим любимым соседям.
И он походу онлайн, потому что здесь подарки у него. Ну ладно, я сяду у него разбивать так. Мы скрафтили три копья и пошли доубить турельку. Пока мы играем в эту игру, ты не будешь спать. Чтоб вы понимали, он спал на колонках. И когда мы пришли разбивать турель, он это услышал и проснулся. Чё переживать? Переживать вообще не надо. Ты когда в эту игру играешь... Нет, вообще переживать нельзя. Ну нет, он может выйти. Я, когда он откроет дверь, я убегу. Точнее, может быть, да, наверное. Хорошо, убеги тогда. Потому что я хочу, чтобы он ближе. О! Откуда? Вышел, он в жагере, беги! Я умер. Я ему голову в 6 дал. Он, конечно, не умрет, ты ему по 8 хп дамажишь. Я его убил. Хорошо. Вернешься? Да, я подхожу. Я понял, друзьям пожалуйста, сказали. Мы пришли мстить за рейд, мы сломаем ваши турели, все. Это месть. Мне контент портит. Турели. Подожди. Я не закончил, надо сломать у него камеру. Камеру, давай с камерой. Мою камеру, отстань от моей камеры. Красава. Да у нас камер нету, иди. О, нифига, она патронами выносится. Рейда майн не будет? Конечно, мы уже рейдим, видишь? Не будет? Мы камеру разбили, все. Камеру вырубай. Сейчас уйдет, я ее подключу. Наш любимый соседушка выходить из дома не стал, и нам стало скучно, и мы пошли зачищать милитарку. Ты топаешь. Ты топаешь, да. Вижу их. Сюда смотрят. Не топай, я его вижу. Убиваем? Нет, стой, не надо. Это берданчик. Да. Это был берданчик. Там еще двое идут на тебя. Он за кучей сидит. Не знаю, побайте, постреляй. Сзади по тебе, да? Да. Беги с дома. Блядь. Убил одного фугера. Чувак, минус 3. Я умер. Ты наверху прыгаешь? Нет, у меня тут тип в антираде. Давай так же по нему, в спину наяривают. Минус калашист. Это снаружи или внутри? Внутри. Сзади меня челик. Убил МПшку. Я могу... Возможно, убил типа еще одного. Убил. Чувак. Домой. Я не убил. Он в пиксель сидит. Убил. Топ-сет сзади валяется в вагонах. Вагоны топ-сет. Да я этого золота. Мне бы калаш, если есть. У меня все есть. Тут топ-сет еще валяется. Тут ЛР-ка есть. Выше нас типы. Чувак! Слышишь? Вижу типа. Я знаю, как мы отсюда выберемся. Мы выбраться отсюда не сможем сейчас. Тут типы, два типа. Минус 2, и там третий еще. За вагоном. Угу.
Нахитовал. За вагоном. Плохо. В вагоне слева. Убил. Да. Калаш нужен? СМГ вижу. Ого. Калаш нужен? Калаш нужен, 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 однозначно нужен. Ладно, давай, у меня МВК-дверь есть. Переедем отсюда к черту. И все. Уходим. Тогда уходим через главный вход и все. У нас просто выхода нет другого. Уходим. Кабан. Как вам печка, парни? Как печка, печка. Он печку разбил у нас. Она нам не нужна, Доник, была. Это ты опять? Спасибо, она нам мешала, кстати. Спасибо, спасибо, от души. Она нам смешала, типа теперь выходить из дома можем. Молодец, раб. Ну а перед тем, как выходить, мы решили отстроить новый домик, так как тот домик 100% бы выселили. Перенесли абсолютно весь лут и отправились спать. Они в онлайне, это хорошо. И вот вы не угадаете, что произошло за ночь. Наш домик вынесли. Старый домик, откуда мы все перенесли. Короче, нас собираются рейдить. Что-то долго они собираются. Ну, я им еще не написал координаты. Они сказали, как отстроитесь, напишите корды, мы вас придем вынесем. Ну так они нас вынесут, это сраные говнобункеры, и там будет сложно напиваться. Так я ж предлагаю новый дом отстроить. Ну, так давай дадим координаты нового дома и все. Тогда... Отстроим сейчас какое-нибудь говно. Да, а здесь будем жить. Еще и смотри, выберем, короче, специальное место. Я уже все продумал. Шкаф где-то здесь будет стоять. Я думаю, его надо сразу ставить. Вначале это все в металл загрейдить. Кидаем туда 400 металла, я думаю, вполне хватит. Вот так вот камни. Дерева, наверное, много не надо там. Ты авторизовался, да? Угу. Все? Да. И мы строили, строили и снова строили. И получилось у нас вот такое чудо, на которое мы собирались байтить этот клан. Он теперь у нас на новой хате. Они? Да, зеркалами Кадзе. Слушай, ну почему они находят наш дом постоянно всегда? Мужик, ты перед ними построился. Да о это беспалевно, в смысле, мой домик невидимый. Ну мы тогда, короче, просто две кибитки вас прорейдим бы нафиг под ноль. Я не вижу их, где не они? Не надо, не надо! Он говорит то, что нас зарейдят сейчас под ноль. Сюда, блядь. Сюда, додики. Все, чао, бомбино. Так давай сейчас их забайтим и все, пускай приходят рейдить нас. Вот прям сейчас. Давай, 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 давай. Мы их уже байтим, все в порядке. Это наш район. А кто вообще разрешал тут строиться? Кто это... разрешал вообще разрешение показывать? Нормальное разрешение, слышишь? Он попал в меня, слышишь? Он какой-то киберспортсмен. Угу. Откуда он стреляет, я не понимаю. Я тоже не понимаю. А есть что-то у нас вот ососать? Со скалы он стреляет. Проблема в том, что у нас нет патронов на калаш. Слушай, тут есть некая проблема. К нам в дом не залезь теперь. Он за шкафом там стоит. Один минус.
Еще один там можешь помочь? По мне стреляют все. Да, иду. Один хит ему надо дать. За шкафом дал хит. Он умер. Убил. Это Бебель. Я жив. And his name is... Спавнись на хате новой. Фастом. Я пытаюсь убежать домой сейвить. Хорошо. Я два калаша спер и два топсета. Я в доме. Хорош. Все, засейвили? Мы включим. Тогда. Два калаша, болт забрал. Хорошо. Нас идут, нас идут в рейде, слышь? Есть. Они с ракетами, Они кибу строят. Он с ракетницей, я могу его задавить, хочешь? Я три хита дал, давай я задавлю их, слышь? Прикроешь? Давай попробуем. Прикрой с крыши крой меня. Прикрываю. Голову дал одному. Хорош! Меня убили сзади. Меня сзади убили. Там ракеты, там все должно лежать. Я не знаю, как мне выходить, под хаты у нас тип. Мужик, пойдем задавим. Он застроился в тебе. Он застраивается. Он меня убил. Ставь быстрее, со спасом лечу. Я убил одного. Еще один. Я умер. И ты умер. Я тоже. Слушай, подожди. Есть план. Что? Так, план? А давай все пушки отсюда на аутпост унесем. На аутпост? Да. Как ты унесешь? А ты все шоколадки съел? Скажи мне, вот один вопрос. Да, я сожрал их. Они мне надонажили. Я принес себе их. Типа, нужно одну шоколадку съесть и все, и заткнуться, а ты берешь и все съедаешь. Я съел, они меня надамажили, я еще одну съел, она меня не хилила. Пиздец, парни, я сырой пищей, чем вы рейдите. Медленные, блядь. Мне стыдно за вас. Пойдем. Я уже вышел. Мы реально успеем лут сейчас перенести? Да я тебе кричу, я уже убежал. У них нет прострела на эту сторону. Беги! Просто прямо беги и смотри. Серьезно? Через... Серьезно? Да! Это шутка? План отхода, бежим, пускай рейдят. Давай в тут дом хотя бы перенесем, чего в этот-то? Так мы так и сделаем. Давай у двери подождем их. Типа там все равно в доме ничего нет. Сейчас они увидят ящики и пойдут туда, слышишь? Так а там турель. Да, но они же с этой двери выходят. Там же дверей нет. А, да, если они взрывают с окна, они пойдут, получается, вот как ты сказал. Они не туда рейдят. Куда они взрывают? Да нет, они туда рейдят. Нет, шкаф в другой стороне, справа в боку он стоит. Он побежал, слышишь? Он с окна выпрыгнул. Ля, да. Это 200 IQ move. А, они меня увидели. Интересно. Я двери открываю, делаю вид, что у нас тут что-то есть. У нас ничего нет! Не рейдите нас! Что ты хочешь сделать? Еще раз прийти к нам? Да, конечно. Чтобы им жизнь медом не казалась. Я убил еще одного. Второго убил! Чувак! Минус 3, чел. Ты где? -3! У них все.
У них калашей миллион. Чувак, я с одной двухи это все выбил. Я все засейвил. Сейчас, куда ты это кинул? Я это, вон ты, демонстрацию. А, да, это все их? Вот, я немножко навыбивал. Смотри, я чуть-чуть навыбивал. Дырявый дом, это имба. О, тут Томпсон валяется. Бал. Ты тебя пропадет сейчас. Ужук, убив меня. Просто 0 IQ, пацан. Я не знаю, куда все это складывать. Тут калаши торчат, алло. Алло, крыша течет. Мне кажется, вы проиграли рейд, ребят. А я все у них отжал. Алло, здравствуйте. Я пришел поинтересоваться, а много ли у вас ракет было? Привет, не убивай. У нас просто ни сил, ни желания нету. Мы можем отдать ракеты, взрывку, идите их рейдите. Ты хочешь, чтобы нам ракеты мы отдали? Мы вайп закончили. Чтобы мы что? Чтобы да, мы зарейдили. Для тебя история охуенная. Ты хочешь Они отдать мне ракеты? И как вы поняли, эти ребята окончательно сдались. Впустили меня в дом, показали ресурсы, но брать оттуда я ничего не стал. Раз сливают они, то и меня на этом сервере ничего больше не держало. И свой домик я решил тоже отдать. Эй, иди сюда. Да ты шо, ля какой. Hello. Who are you, man? Follow me. А... Меня лагает, знаешь как, просто не представляешь. Иди сюда, я тебе кое-что покажу. О, нормально, нормально. Смотри, тут для тебя кое-что есть, заходи. Да не бойся, тут нет гантрапа. Смотри в ящике, это все тебе. О, и ты даже не боишься, что типа я выстрелю? Нет, я не боюсь, потому что я выхожу с этого сервера. Я ёжик родился. Шкаф я тебе отдать не смогу, потому что он застроен. Ставь свои пароли, закрывай дверь. Понял. Тут тоже меняй. Это будет твой первоначальный домик. Пропал. Да, мы наигрались, тот клан ливнул. И нам больше тут делать нечего на сервере. Конец. Ну и бункер я, естественно, тоже отдал. Этому же пацану. Нас, чирки мне это. Последний выстрел на этом сервере. Да не, я не могу уже так сделать. Давай, давай. Дипнул клан и забрал с чирки весь лут, давай. О, реально. Гивнул рез. Ладно, спасибо, чел. Давай, удачи. Ну а если вам понравился ролик, не забывайте ставить лайкосик, писать комментарии и тому подобное. И да, играл я с Дайсом, он сейчас снимает ролики и нуждается в вашей поддержке. Я оставлю на него ссылочку в описании, в комментарии, переходите к нему и передавайте ему привет. Все-таки 2 года отсутствовал на ютубе. Всем пока и до новых встреч!